Здравствуйте, друзья! Сегодня мы приготовим с вами слоеный рыбный салат из консервированной горбуши. Ингредиенты салата довольно просты, но их удачное сочетание мало кого оставляет равнодушным. Такой салат уместен для любого случая и украсит любой праздничный стол. Очищенную морковь натрем на крупной терке. Репчатый лук нарежем мелко. Добавим к моркови и отправляем сразу жариться. На сковородку прильем немного масла для обжаривания моркови с луком. Пока жарится морковь, натрем на терке отварные яйца. Рыбные консервы измельчим вилкой. Удалим ненужные кости. Укроп мелко порежем и переложим в посуду. Проверим, готова ли морковь с луком. Они приобрели золотистый цвет. Готовую зажарку выложим на дно салатницы. Разровняем. Сверху выложим слой рыбы. Разровняем. Промазываем майонезом тонким слоем. Выкладываем слой из яйца. Разравниваем. Также промазываем майонезом. Сверху присыпаем измельченным укропом. Наш слоеный рыбный салат готов. Салат получается очень нежный, вкусный, и, что немаловажно, для его приготовления вам понадобится совсем немного времени. Приятного аппетита! Спасибо за внимание! Надеюсь, что наше видео было вам полезно. Пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал.